Всем привет! Давай мы с тобой порисуем. Давай. Давай. Да, голубой. Голубой. Давай, мама, поможет? Ой, ничего себе. Вот это да, это у тебя был красный, даже бордовый. Ого, ты, мама, как помогаешь. Вот такая большая морковка. Ого, ого, ты как умница. Ты вот так красиво нарисовала уже. Делает набросок, да? Кто у нас тут будет? Да кто они сейчас? Кто это у нас? Смотри, какой у нас крошек. Это крошек у нас, да? Крошек у нас голубенький. Ой, ты что такое? Что такое? Что же у нас у крошек это тогда будет? Тут такое красивое. Носик, давай носик. Носик, крошек. Розовень. Такой розовенький, розовенький. И розовый будет розовенький. Как язычок у нас. Розовенький. Крошек розовенький. Глазки будем рисовать карие. Ой, солнце. Вот ты что?
Держи. Давай второй глазик. Остановись. Держи. Коричневый. Держи коричневый. Еще хочешь? На, смотри, как красиво. Еще мама достала. Еще, смотри. Весь пенал? Держи. Смотри, какой у нас, скажи, пенал. Это сколько у нас карандашек. Давай, давай покажем. О, вот сколько у нас карандашек. Много-много. Да? Много карандашек у нас с тобой. Красиво карандашек. Ты решила все попробовать, да? Ну, хорошо. Вот у нас как красиво получается. Носик у нас кругленький, розовый. Личико голубенькое, нежно голубое. Куда у нас карандаши-то полетели? Давай не будем терять карандашики. Что? Мама! Мама, носик. Где носик у крошек? А где глазки у крошек? Смотри, какие ушки большие. Помогаем маме, да? Ох ты. Вот так надо было, да? Красота. Что мы крошек не нарисовали еще? Ножки? Да? Не завались места. Желтый. Если беспорядок, он с крошек будет держать в ручку. Давай. Мама, мама! Мама! Ой, это крошек. Ой, нарисуем крошек. Крошек. Ой.